enfants. Et ensuite, bah, les enfants éduquent un peu leurs parents dans ce domaine parce que c'est une nouvelle génération et qui est beaucoup plus concernée que les générations précédentes. Ну вот, да, этот вопрос. Этот вопрос был рассмотрен, и, конечно, как вы знаете, один из пунктов повестки дня – это как раз культура и образование. Так что это очень важная тема. Я могу вам привести конкретный проект. Сюда приезжал, именно в Москву, приезжала семья, родители, двое детей. И, в общем, это называется «Ноль отходов». И вот эта семья выступала в разных школах, они объясняли, как они добиваются того, чтобы никаких отходов не было в течение года. И мне кажется, что это, конечно, опыт, который представляет особый интерес для нас всех. Я думаю, что надо именно готовить молодых, детей и так далее ко всем этим вопросам. В общем, конечно, мы готовы участвовать в рассмотрении этого вопроса. Я думаю, что это представляет всеобщий интерес.